Всем привет, дорогие друзья! В этом видео будем делать из коробки старых футболок ящик для хранения детских игрушек. Отрезаем одну часть от верха коробки. Берем батман, отмеряем длину и вырезаем из него полоску 4 см. Складываем ее пополам и приклеиваем по краю с двух сторон. На обычном листе А4 откладываем ширину торца коробки. Обрезаем лишнее, складываем пополам, скругляем угол. От края отступаем 6 см и рисуем полуовал, 4 см ширина и 5 см длина. Вырезаем. Деталь переносим на коробку и вырезаем канцелярским ножом. У нас получились ручки, которые можно вытаскивать при необходимости или убирать. Берем часть, которую мы отрезали. На ней же резали ручки канцелярским ножом, чтобы не портить стол. Приклеиваем ее скотчем с двух сторон, чтобы у нас получилась крышка для коробки. Измеряем длину и высоту коробки и вырезаем по этим размерам из ватмана листы. И таких же размеров вырезаем синтепон. Использовала 3 футболки большого размера. Подбирайте размер, ориентируясь на свою коробку. Разрезаем по боковым швам футболку. Прикладываем лист ватмана и намечаем припуски. Ширина 1,5-2 см. Вырезаем. Между ватманом и футболкой прокладываем синтепон и приклеиваем с каждой стороны. Использую клей гель Момент. Он прозрачный и при высыхании нет никакого запаха. Можно закрепить зажимами, пока сохнет. Также делаем для всех деталей. У нас получается 2 штуки боковых, 2 торцевые, 1 для верха, 1 на дно коробки. Все то же самое повторяем с этой деталью, только приклеиваем футболку на клей с одной стороны. Затем приклеиваем ее к нижней части крышки коробки. Подрезаем лишнее и остальные стороны клеим уже к самой крышке. Подрезаем лишнюю ткань, чтобы уголки были ровнее и тоньше.
Верхнюю часть крышки делим пополам и приклеиваем резинку. Чтобы она крепче держалась, можно усилить ее, приклеив кусочек бумаги. Все заготовленные детали приклеиваем к коробке. Желательно все футболки подбирать одинаковые по тону, чтобы они вместе хорошо смотрелись и коробка была красивой. Такая коробка подойдет для любых других мелочей, рукодельных, например, или для вещей, которые нужно убрать в шкаф на дальнюю полку, но при этом не портить визуальный вид. Хорошо проклеивайте края и углы, так не будет видна сама коробка. И не жалейте клея, у меня ушло 3 тюбика. На дно коробки приклеиваю тоже мягкую деталь. Когда ребенок кинет игрушку в коробку, будет не так громко. Намечаем и пришиваем пуговку. Судя по просмотрам на канале, вам нравится видео с коробками от памперсов. Было много вопросов, где их взять, поэтому решила записать мастер-класс, где можно использовать совершенно любую коробку, какая у вас есть дома. Коробка готова. Теперь машинки будут лежать в одном месте. Ребенок рад и с удовольствием собирает игрушки сам. Если вам понравилась идея, напишите в комментариях и ставьте лайк. До новых встреч, пока!